Юбилейный концерт, посвященный 120-летию со дня рождения народного артиста, композитора и ученика Курмангазы Калижантлиева, состоялся в Алматы. Корифей традиционной фольклорной музыки в своих произведениях отразил новаторскую интерпретацию известных киев Курмангазы Дәулеткерея Баламайсана. Он был одним из создателей оркестра народных инструментов. Его наследие изучают молодое поколение музыкантов. По их словам, Калижантлиев донес до нашего времени дыхание великой эпохи, золотого века казахской музыки. На юбилейном концерте произведения классиков казахского музыкального искусства звучали именно в той интерпретации, которую создал композитор. Всем известно, что оркестр исполняет кюи Курмангазы именно в том исполнении, как играл сам Калижантлиев. И папа рассказывал, что у нас дома часто были Дина Нурпиисова, Куляш Байсиитова, Жубанов. С Куляш Байсиитовой Калиата выезжал на фронт в Великую Отечественную войну. И у него есть орден за доблестный труд во время Великой Отечественной войны.